Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества в городе Кумертау, началось с возложения цветов к монументу боевой и трудовой славы. Участники митинга вспомнили ветеранов Великой Отечественной войны. Для россиян участники войны и труженики тыла все являются настоящими героями. Они выдержали тяжелые испытания и отстояли страну. Погибших ветеранов почтили минутой молчания. Затем мероприятие продолжилось в историко-краеведческом музее. Здесь собрались люди, которых мы по праву называем героями Отечества. Это наши земляки, которые с честью выполняли свой гражданский и воинский долг. В числе гостей ветеран Василий Скрипников, участник боевых действий, который побывал в 6 горячих точках, Маот Мамбетов. Они обратились к студентам уважительно относиться к старшим, с честью защищать родину. Также на встречу были приглашены заслуженный штурман-испытатель России Владимир Сунгуров, заслуженный летчик-испытатель России Александр Копейчик. Они передали в дар музею книгу об испытателях вертолетов фирмы «Камов» и летную одежду. Это кожаная куртка, комбинезон и шлем. Я думаю, что это самый большой праздник, когда День Героев России. Это те люди, которые свои жизни отдали и в боях, и в гражданское время. Вот у меня два друга, героя, это Ларюшин и Бездетнов. Они оба летчики-испытатели, оба на фирме «Камбова» работали. Один погиб, один живой, сейчас еще встречаемся. Это они великие люди. Такие встречи в Кумертауском историко-краеведческом музее проходят ежегодно. 9 декабря – это День воинской славы, День Героев России, и отмечается он повсеместно в нашей стране. И уже стало традиционным ежегодным проведение этого праздника с приглашением различных известных людей, которые внесли определенный вклад в развитие нашей страны, и защитники нашей страны, те, кто служил когда-то, и тот, кто сегодня трудится и служит на благо нашего Отечества, мы приглашаем в наш историко-краеведческий музей. У молодежи была возможность узнать подробности тех событий, участниками которых были приглашенные герои, задать интересующие их вопросы. День Героя Отечества – совсем молодой праздник. Но, несмотря на это, все должны помнить о тех, кто проявил храбрость как на полях сражений, так и в мирное время.